«Не становись рабом». Стихотворение 16 из сборника 300 от из Одессы о любви. «Не становись рабом своих желаний и страхов. Сам увидишь потом нереальность всех снов. Найди источник основ. Расширяй восприятие, развивай воображение, запоминай переживания, проверяй веру знаниями. У всего одно основание. Выходи за пределы ума. Независимо, какая у тебя сумма, нет границы разума, жизнь вечная создана, до конца не будет познана. Преобразуй энергию на достижение своей цели, возьми благородные идеи, сначала на себе примери. Постоянное усилие исполнит непременно, все лишнее уйдет, необходимое придет, сознание возрастет, любовь не подведет. Счастье тебя найдет. Смотри на мир ясно, ведь он так прекрасен, всеми красками раскрашен, совсем не чужой и не страшен, но для неразумного опасен. Учись на ошибках, становись гибким. Пусть каждый твой промах не дает облома, указывает дорогу к дому.